За первое полугодие в Петербурге введено в эксплуатацию 16 комплексов апартаментов, и до конца года должны быть запущены еще 5. В результате город получит больше 12 тысяч новых юнитов, и это немало. Для сравнения, с момента появления у нас такого формата сданы покупателям 27 796 апартаментов в 91 комплексе. Однако с ростом строительства не растет спрос. Из более 6 тысяч апартаментов, поступивших в продажу за полгода, купили меньше трети. Но при этом цены не падают, а наоборот прибавили. За второй квартал почти 3,5%, а с начала года почти 14%. Но в этом есть свои плюсы, считают участники рынка. Важно не забывать, что когда вы приобретаете недвижимость, будь то апартамент или даже жилая недвижимость, помимо дохода от аренды у вас всегда еще есть рост стоимости, да, этого актива. Его тоже нужно не забывать учитывать. Окупаемость, которую я называю, это вот если только доход от аренды взять. Если приплюсовать еще и капитализацию, то она будет, конечно, быстрее. Срок окупаемости вложений в апартаменты исключительно от аренды, по словам нашего спикера, вырос ненамного, в среднем с 10 до 12 лет.